Постановление Волжского районного суда города 31.02.2020 года в отношении Григорова. Руководствуясь статьями 386.20, 387.28 Уголовного суда апелляционной станции постановил. Постановление Волжского районного суда города 31.02.2020 года в отношении Григорова Андрея Викторовича отменить. Ходатайство следователя по особо важным делам 2-го следственного отдела по расследованию особо важных дел в Суэцкой области по Саратовской области Лазарева возгранья приговора между пересечением призывшей по стражу оставить без удовлетворения приговора Андрея Викторовича из-под домашнего ареста освободить.